Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Следующий вопрос. Каково мое отношение к совместным клубным мероприятиям? Екатерина меня спрашивает. У нас всегда было положительное отношение к своим мероприятиям. Мы практически все дни рождения, которые есть у всех ребят и девочек, мы их отмечаем в зале. И часть мероприятий, даже поездки куда-то для катания на лыжах, на сноуборде, естественно, мы делаем все это вместе, потому что это сближает людей, делает их отношения совершенно иными, и тем более, что мы живем одной жизнью. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.